Всем привет! Недавно я познакомилась с одной потрясающей женщиной. Когда я услышала, что она говорит, я просто расплакалась, потому что я сказала себе, что это моя вторая мама. Это мама-наставник. Я очень часто чувствовала себя гадким утенком в семье. Мои принципы, мои убеждения совершенно расходились с тем, что говорила моя семья, моя мама, моя бабушка. Но я понимала, что у них мне не стоит учиться, потому что их жизнь совершенно нельзя назвать счастливой, к сожалению. Когда я встретила Валю, это человек, который смог совместить в себе быть счастливой мамой, быть счастливой женой и быть успешной в карьере. Это же потрясающе, это то, о чем я всегда мечтала, уметь совмещать эти три вещи. И поэтому я пошла к ней на гениальную уборку. Я, честно говоря, вообще не ожидала такого результата, но уже за первую бесплатную неделю я готова была ей заплатить. Сказать, что я в восторге, не сказать ничего, потому что уже на бесплатной неделе я закрыла две своих проблемы, которые мучили меня долгие-долгие годы, и я не понимала, что с этим делать. Я нигде не видела этого примера, кроме как у Вали Красниковой. И Валя научила меня, как совмещать три этих роли на своей гениальной уборке. Девочки, если вам хоть что-то не нравится, не устраивает в вашей жизни, и вы готовы это изменить к лучшему, то вам обязательно стоит пойти на гениальную уборку. Это какая-то фантастика. Вам не хватает времени? Вы научитесь тайм-менеджменту для женщин. Такое есть только у Вали. Вам не нравятся отношения с мужем? На гениальную уборку. Вы не знаете, как воспитать в своих детях характер, как привить им дисциплину, как сделать так, чтобы они помогали вам по дому? К Вале на гениальную уборку. Мы с мужем очень долго работали над нашими отношениями, и я очень много вкладывала в своих детей. Но даже у нас произошел такой скачок и в отношениях, и с детьми. То есть я работала с собой. А дисциплинировалась в итоге вся семья, все поднялись на какой-то новый уровень своего развития. Это как в поговорке, которую я много раз слышала, но не очень понимала, как это вообще применяемо. И у Вали я наконец-то поняла, как это работает. Хочешь изменить мир? Начни с себя. И мне было очень важно получить поддержку от такой мудрой женщины, как Валентина Красникова. И я хотела бы с вами поделиться тем, что она говорит обо мне. Для меня это вот равносильно тому ощущению, которое дикий утенок получил, когда увидел лебедей, вышел к ним. И они ему сказали: «Ты лебедь, ты такой же, как и мы». Честно, просто до слез. Вот, Оксана. Оксана очень крутая девчонка. Она делает очень крутые вещи на Ютубе. Прям супер. Есть синдром самозванца. Ты очень клевая девочка. Прям очень клевая, мощная, сильная, такая энергичная, такая креативная, прям, да? То есть человек вот, ну, визионер. Человек-ледокол в хорошем смысле, да? Не по железу, а в плане идти вперед. Идти вперед, впереди косяка лететь и всех остальных.